Это Макс Белоусов и у меня есть какой-то... В общем, сегодня, получается, третий день проекта «Зло Матрицы» в коттедже. И я решил поделиться своими результатами. Так как я обещал, на проект я заехал с новой нишей. Это товарка. Решил заняться пауэрбанками, так как мы с Зали проанализировали тренды и поняли, что данный тренд пока не заезжен, его нет в CPA-сетях, в арбитраже, так как конкуренция минимальная, а товар прикольный. Это такая штука, которая, значит, заряжает два телефона одновременно и сама еще подзаряжается от солнечного света. Вчера я запустил MyTarget, и по словам Залита, где в MyTarget много не работал, у меня вообще огненный CTR, 2.3 был. Сейчас он, конечно, упал. Мы поменяли, значит, сайт. Более его сделали адаптивным под мобильный трафик. Вот. У меня уже есть один заказ. Это круто. Примерно 1300 рублей чистой прибыли. Вложил я в рекламу рублей 300 или 280, где-то так. То есть окупается. Ну и, соответственно, уже сегодня с утра запустил заново MyTarget. Кто не знает, что такое MyTarget, это реклама в Одноклассниках по стране «Мой мир», но в данном случае я только в Одноклассниках рекламируюсь. Так, значит, что по поводу планов на сегодня. Сегодня я решил, вот Агамаль предложил очень крутую идею, я поддержал, сделать такой марафон Макса Белоусова. Это когда каждый участник «Зло Матриц» ко мне подойдет, и я ему распишу план, как я вижу развитие его, соответственно, бизнеса, его услуги. Вчера я уже постарался каждому дать обратную связь, но очень-очень устал и вырубился прям мертвым, то есть спал как ребенок. И, в общем, сегодня я решил каждому дать такую большую обратную связь по плану, чтобы каждый знал, куда двигаться и что делать конкретно. То есть, ну, грубо говоря, кому-то, может быть, Facebook вообще не нужен, там, или Instagram, а кому-то очень нужен Facebook, на чем, соответственно, сакцентировать внимание, что можно не делать. Вот, в общем, с каждым сегодня поговорю и проговорю план. Все, следите за нашими успехами. Пока.